потому что у таксиста машина тоже Kia, мы сейчас ему подарим такую же машину, которая у него, только она будет уже его. Вы представьте сейчас эмоции этого человека, да. На самом деле добро возвращается. Мы едем, я не знаю, куда мы едем. Куда? Мы в пещеры, ребят. Знаете, ходят слухи о закрытии таких популярных соцсетей, как Инстаграм и Ютуб. Прекрасно знаю ситуацию вокруг Телеграм.